Что же есть самое главное в женщине? Что есть самое главное в женщине? Что, за что женщины больше всего должны сражаться? Что важно для женщины, чтобы она не потеряла это? Что есть самое важное в женщине? И знаете, я бы хотела начинать по-своему, конечно, раскрывать эту тему с точки зрения вообще создания мира, с точки зрения Библии. Потому что Библия – это древняя книга, Библия – это достоверная книга. Не тяжело доказать достоверность Библии. Сколько раз вообще пытались уничтожить Библию, сколько людей стояли против Библии, но все равно Библия выжила, потому что Библия – это не какая-то земная книга. Библия – это небесная книга, Библия – это вдохновленная книга. Поэтому очень важно, мы поверили в факты, которые есть в Библии. И очень, я уверена, что большинство из нас, мы знаем истории о Адаме, истории о Еве, там Едемский сад, там как Бог сначала сотворил человека, и потом он навел на него крепкий сон, взял одно ребро, и с этого ребра, то есть это основание, это материал, с которого Бог потом создал женщин. И Бог потом привел женщину, да, к мужчине. И когда мужчина увидел женщину, он сразу, ну, как-то соединился с ней, он сразу узнал ее, он сразу нашел общность с ней. Он говорит: о, это же плоть с моей плоти, это кости с моей кости, и буду называться, ну, женщиной. И если мы говорим, в чем суть женщины состоится в том, что внутри нее есть божественное начало. Суть женщины состоится в том, что она вместе с мужчиной, ну, составляют человечество. У нас всего два пола. Мужской пол и женский пол. Третьего нету на сегодняшний день. И суть женщины – это то, что Бог создал ее. Суть женщины – это то, что она не случайность. И суть женщины, что она несет такую же ответственность за среду, за общество, за окружение. Точно так же, как мужчины несут ответственность. Потому что еще в Библии мы видим, что когда Бог создал Еву, когда Бог создал Адама, написано, что Он благословил их. Он благословил не только мужчину, Он благословил также женщину. И получается, что благословение, задание, миссию Бога лежит также на женщине. Почему я это говорю? Потому что потенциал, возможность многих женщин, они еще закрыты. Многие женщины еще не раскрыли себя. Ну, вообще, небо, ну, это как, ну, ограничение для любой женщины. Но обычно большинство женщин говорят: я не могу, я боюсь, я стесняюсь. Из-за этого все человечество просто страдает, потому что человек, ну, особенно женщина, она потеряла свою суть. Она обращает внимание не на то, что нужно обращать внимание, потому что женщина, она должна обращать внимание на самое-самое главное, не на второстепенные. Да, нужно заниматься второстепенными делами, но приоритетное время, приоритетный час своей жизни мы должны уделять сути. Оставайтесь, следите за расписанием передачи. Самое интересное еще впереди. До встречи.